есть сама по себе идея, да, того, что человек не должен участвовать в таком, такой вещи, как убийство, то есть такая идея «не убей», эта идея, она должна стать доминирующей в обществе, и эту идею должен кто-то показывать пример этого. Но сейчас как бы у людей стратегия индивидуального выживания. Я эту стратегию понимаю, конечно, прекрасно. Люди думают прежде всего о себе и о своей жизни. Но, тем не менее, есть достаточно много людей, которые, находясь в тех условиях, в которых они находятся, в случае того, что если на них будет вот так давить государство, у них не будет варианта другого действовать, они покажут свои моральные принципы именно не убегая, а показывая пример сопротивления.